Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Штурм, я член жюри международного конкурса Golden Time. И сейчас я хотел бы назвать имена финалистов, а также людей, которых я выделил отдельно, и поблагодарить также всех участников, кто принял участие в нашем конкурсе. Отдельно хотелось бы сказать по уровню работ. Несомненно, с каждым новым конкурсом уровень работы выше, что не может не радовать. И в целом, конечно же, меня как творческого человека прежде всего радует, что конкурс сплочает вокруг себя множество авторов, которые работают в совершенно разных направлениях, стилях. И тем не менее, у них есть возможность показать свои работы миру, посмотреть на других участников, стать чуточку лучше и внести общий вклад в творческое направление. Собственно говоря, в принципе, сейчас уже можно начинать, и хотелось бы проговорить людей поименно. Работы, которые я выделил как фаворитов. Авторы – это Анна Чепурина, Наталья Лащенко, Екатерина Седугина, Светлана Абрамова, Елена Никифорова, Светлана Любимова, Наталья Давыдова, Татьяна Руденко, Юлия Ковалевская, Александра Пономарева. Кроме того, на фоне этих работ есть еще один уровень работ, который я еще выделяю, прям вот отдельно жирным шрифтом, подчеркивая красной линией. Это Александр Кусенко, Ольга Данилова, Эльвира Абалевич, Анна Ножник, Ланина Ермакова, Наталья Ефремова и Виктория Замалиева. Поэтому, друзья, еще раз большое спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, а также огромное спасибо организаторам и другим членам жюри за проделанную работу. И увидимся уже в следующем конкурсе. Всем пока!